Привет, народ! Сегодня я расскажу, как сделать мини, даже можно сказать микро, шлифмашинку. Для этого нам понадобится такая вот БУ щетка от электрической зубной щетки. Сейчас первым делом нам надо срезать ворсинки вот эти вот. Так, вот срезали мы наши щетинки. Теперь берем войлок, можете от валенка отрезать, у меня дремель есть, так что я из дремеля взял, как раз по диаметру очень хорошо даже сюда подходит. Клеим это все дело на клей. Приклеили на момент, теперь надо подождать, когда это все дело высохнет. Так, ну что, друзья, одеваем нашу шлифовалку на зубную щетку электрическую. Нанесли пастогоя. Здесь такая вот серебряная ложечка, вся уже темная. Попробуем полирнуть ее. Я думаю, вы видите разницу. Здесь все блестит у нас, а здесь, где не полировали, все черное осталось. Также и с этой стороны. Так что работает моя шлифовалка с зубной щетки. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока.